Привет, зритель. Тебе, наверное, интересно, чем мне подарили на день рождения? Вот знаешь, день рождения такой хороший праздник. Вот если тебе что-то надо, а при этом у тебя есть друзья с юмором и такие, ну, знаете, подруга вот меня спрашивает: Лёль, что ты хочешь на день рождения, там где-то, ну, недели за две за день рождения, или 10 где-то так. Я говорю: ой, мне надо бы носочков для ног, ну, таких обычных, хлопчатобумажных, так, ну, партии три, ну, как бы это, три пары, так, она на меня смотрит: ну, Лёль, ты чё, их ешь, что ли? Говори что-то путное. Ну, сладкое она мне и так чаю приносит. Сладкое мне к чаю тоже принесли. Ну, оно не подарок было, но просто как сладкое к чаю. У меня сегодня очень много волос на голове, они мешаются прям пышные такие. Короче говоря, я так вспоминаю, я к чему день рождения, ну, и вообще вот такие праздники, 8 марта, Новый год, ну, именно день рождения, это тот самый праздник, когда... Если у вас адекватные друзья с юмором, то можно попросить то, что вам как бы надо, и вы сами можете это купить. Но раз такое дело, чё б не попросить. Ну и я ее попросила одну о таком очень нужном хозяйстве подарке и другую тоже как бы нужном хозяйством подарке. И я понимаю, что девочкам на день рождения дарят духи, косметику, что-то для кухни, возможно, для кого-то это будет немножко шок. А тот, кто подписан на мой инстаграм, уже в курсе, что это такое. Ну, уж, вы просто активно в комментах выплесните свое негодуя, ладно? Начнем. В общем, я уже сняла упаковку, был такой красивый бантик. Вот он, отсобачил там. У меня близкий родственник пришел, мы это все с ней вместе скрыли, я специально для нее оставила. Вот у меня подруга еще приходит, приносит это, говорит: я, говорит, бантик сделаю. И в красивую упаковочную бумагу заверну. Думала, прикололась, а не реально. Короче, приходит, говорит: подожди, давай сейчас, говорит, вторая подруга придет, надо это. Чтоб она увидела этот прикол, прожила, в общем, бантик красивый. Мне близкий родственник говорит: давай уже выкини этот хлам. Ну да, куда этот бантик? В общем, бантик красивый, зелененький. Мой любимый цвет. И вот такая вот фигня упаковочная. Слушайте, я только сейчас подумала, ей же можно пошуршать отдельно в АСМРе, да? И фигню-то может пока оставить и не выкидывать. Хотя, можно ведь и бантиком пошуршать. Короче, зритель, который любит АСМР, дай знать комменты. Если тебе хочется такое, то я оставлю пока как-нибудь пошуршу. И что это было? Вот оно внешне выглядело, кто-то в комментах в инсте написал: пылесос. Не, пылесос у меня есть, даже две штуки, один в деревне. Один ручной в деревне, липистерический, а другой неручной Samsung здесь. Волосы лезут. Короче, как бы мне так вот, наверное, камеру надо сейчас подальше отодвинуть, а что оно в камеру-то не в кадр не влезет на таком расстоянии и даже не вытянутой руки. Та-да, зритель. Внимательно смотри. Ведро. Очень нужное в хозяйстве, если у тебя, допустим, есть дача, но нет выгребной ямы. Ну или ты не хочешь геморриться с выгребной ямой, вообще-то не гигиенично, стрёмно, вонючее и т.д. И вот, допустим... Я не знаю. Вообще я эту идею подчеркнула одной блогерши, хрен знает, из Сибири, что ли. Ну, там у нее другая какая-то. Очень массивная идея была. Я на такое не рискнусь. Короче, изба. Лето. Бывает иногда холодное такое лето. Ну, или просто так, на улице холоднее, чем дома, а на дворе примерно как улица по теплоте. Ну, и бывает так, что ночь, темно. Приспичило тебе? В одно место. И если даже мой другой родственник наконец-то сделает свет на дворе, то, конечно, когда будет сильная жара, то будет тепло. Но иногда вот так вот встал, пошел и присел. Да-да, это переносное, можно сказать, мобильное ведро, туалет. Так, зритель, если ты доживешь до конца ролика, то это будет круто. Если ты доживешь до конца ролика, поставь палец кверху или книзу, или в комментах напиши: Лёля, я это осилила, или осилил, мало ли какого-то пола. Прерываемся снова. А теперь
Другая очень нужная в хозяйстве вещь для квартиры по большей части. Потому что, ну, деревня как-то... Я не живу зимой в деревне. Я даже давно уже в деревню как-то не получалось так вот зимой съездить. В детстве когда-то ездила. Короче, та-да! Я тоже снова близко сижу, я вот так ее частями покажу. Как ты думаешь, что это зритель? Вот так, сверху, чтоб ты все понял, зритель, увидел ее. Она более синяя, я хотела снять днем ролик. Тут более такой зеленый, ну, немножко оттенок зеленого в этом синем преобладает. Сейчас вот чисто на камеру, и красный, он более такой кирпично, с ноткой оранжевого, он более такой красный на самом деле. Но у меня свет такой потолочный, поэтому немножко не так передает. Я забываю, тут как-то на камере можно настроить, но я каждый раз в последний момент вспоминаю про это, когда уже снимаю. Короче, вот такая штука. Бантик делал муж моей сестры, пардон, сестры, мой, муж моей подруги. Но так как у нас было такое посиделки чисто девочками, то это просто вот бантик от мужа подруги. Подруга сказала, что его на клей посадили, поэтому надо срезать, иначе вот, ну, не развязать. Да, вот я тут чую, что тут как бы клей. Ну, как бы можно... Вообще, зритель, тут тоже какие-то шорохи. Я, может, еще через неделю только буду выбивать коврик. Я тут коврик выбивала просто... родственной палочкой. И вообще впервые в жизни сама лично в одно лицо выбивала коврик уже два раза в этот год. Коврик, вот на котором это все стоит, который раньше на стене висел. Это подарок номер два. Ну что, зритель, если ты еще не понял, что это до сих пор, это палка-выбивалка. Выбивалка для ковров. Подруга мне ее на этом, на рынке на каком-то покупала. Ну вот это. Я сначала той первой, что с ведром туалетом, сказала, говорю, мне надо палку для ковров. Она такая посмотрела, типа, а что-то другого, более такого нужного, ну, как-то это надо, может быть, что-то. Ну, типа, ее не устроила эта палка для ковров, и я говорю, вот, ну, мне на ведро туалет в деревню. Она, вау, что это такое, она не знает, значит, я ей показываю, как это выглядит. Она увидела. А где его продают? Я говорю, ну, наверное, в хозяйственных магазинах. Потом пишет мне, говорит, я, говорит, купил эти ведро. Я на него бантик прицеплю. Ну, вот это вот. И третий подарок уже такой ближе, ну, наверное, девочковый, мальчиковый. Ну, как бы такой, наверное, чаще дарят на праздник, да, личный, чем вот ведро туалет. И палку-выбивалку. Это тапочки шерстяные. Смотрите, какие красивые. 100% шерсть. Это мне родственники подарили. Ну, вообще, моя тетя подарила. Ну, там еще были денежки. Да, хочу сказать спасибо Сергею К., который задонатил мне косарь на день рождения. Очень приятно. И Наташе, которая задарила мне сазон на заказ. Вот это предыдущий там ролик, обзор, подарок на день рождения. Там спортивный костюм такой шикарный. Вообще всем понравился. Девчонкам своим показала. Ну, правда, не мерила. Я показала там... еще одному другу женского пола фотку с монтажной ленты родственницам показала. Короче, всем очень нравится, не только мне. Удобный и хороший костюмчик. Буду с удовольствием юзать его. Вот, ну, так вот оно выглядит, я в них уже хожу. Тут у нас Зида 39, 100% шерсть сделана в России, но они маломерки. У меня 35, у меня как раз вот сейчас вторую ногу покажу. Я даже те обе ноги, зритель, сейчас покажу, ну, в смысле тапочки. Круто вообще. Ну, как бы я думаю, что эта шерсть считается полезной, то все, но надо быть мной. У меня тут как-то ноги были такие ледяные, их обычно шерстяные носки по большей части не спасают. И эти ледяные ноги сидели в этих шерстяных тапочках, и, ну, были ледяные. Ну, вообще, сейчас они как бы теплые более-менее. Так что вот, и да, вот чашка очень классная, Наташа. Я в ней пью практически постоянно. То чай, то там ячмень забодяживаю, то короб, то еще чего-нибудь. Девчонкам моим очень понравилась эта чашка. Но я имею в виду подругам. Подруг я называю девчонками. Да, девчонки даже. Вообще, я из них самая мелкая в плане возраста. Ну и
Ложечка тоже удобная, крышечка удобная. Манго захомячила, я еще с человеком поделилась. Манго тоже очень вкусный. Я как-то мимо манго сушеного стабильно проходила, и не знаю почему. Очень вкусный манго. Спасибо, Наташа, спасибо, Сергей. Спасибо тем, кто меня поздравил в день моего рождения, и тем, кто потом. Ну и что? Я не знаю. Спасибо, если вы осилили сей ролик до конца, и с вами не случилось никакого припадка или еще чего-нибудь культурного шока, т.д. и т.п., потому что вы увидели, что человеку могут положить в подарок на день рождения ведро туалетное или палку выбивалку. Слушайте, вот меня тетя моя увидела, говорит, она такая массивная, большая. Я ее думаю потом на ковре попробовать. Придет к вам какой-нибудь нежеланный гость, а у вас есть такая палка-выбивалка. Я ни к чему, а так. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.